Что, мы с замечательной Ольгой? Когда-то мы с ней были по разную сторону баррикад. Да. Оля была в Литбите, я был в другом месте, сейчас наоборот. Но мы все равно коннектились и сотрудничали по нашим там темам. Чем сейчас занимаешься? Слушай, долгая история. У меня был свой проект, медиаресурс на английском языке. Потом я работала тоже директором по маркетингу в зарубежной компании. Вот если ты знаешь, в Master Access. Потом ушла и начала делать трафик, лить трафик. Вот, так что теперь аффилиат. Ей. Класс. А что ты льешь? Сипы, мобильный контент, вот такое. Нутро, слишком как бы сложно, много всего. А сипы, они как-то полегче. Понял. То есть команда работает, у тебя команда? Нет, у меня команды нет, но, естественно, у меня есть люди, которые мне помогают, но как бы у меня нет прям команды медиабайеров. То есть это больше технари, там, креаторы и прочее. Как тебе конфа? Ты была на многих конференциях. Да, слушай, прикольно. Это такое ностальгичное какое-то ощущение спустя года встретиться. И такая, ну, черта, фишка, что прошло много времени. Люди уже начали другим чем-то заниматься. У всех уже какие-то свои проекты, либо они сменили компанию, еще что-то. Но люди они продолжают ехать специально, чтобы встретиться. Да, это очень круто, что люди в индустрии остаются все равно. Хорошо, у тебя достаточно олдскульные вертикали, свипы, моб-контент. Да. Ну, а вообще, ты видишь изменения на рынке? Куда рынок движется? Слушай, ну я, на самом деле, по этой конференции даже сделала вывод, несмотря на то, что крипто сейчас down, но все равно самые крупные стенды, самые крупные пати, все самое топовое забирает крипто. И я так думаю, что, в принципе, рынок движется в сторону крипты, гамблы и вот этой всей темы. А литген? Литген, естественно, конечно. Все становится более белым. Да, конечно, да, 100%. 100% тоже есть такой тренд. Ну, вот тем не менее, наш Black Hat брат по-прежнему живет, да, и здесь все равно ходят все те же лица, у них все получается, работает. Знаешь, что же говорили, там, все, нутра там сдохло, тизерки сдохли, все это ничего не работает, подписки ваши мобильные вообще 100 лет, как уже там похоронили все. Ну, как бы нет, все работает. Да, нутра не сдохнет, даже если Facebook сдохнет, нутра будет жить, просто найдутся другие источники. Да, что-то придумаем. Вот что мы умеем, так это адаптироваться. Да, 100%. Главное адаптироваться быстро, и кто самый первый адаптируется, тот сорвет сливки. Вот. Поэтому что совет главный новичкам и тем, кто уже в индустрии, адаптируйтесь, держите, как говорится, держитесь и держите хвост по ветру.